В Югорской епархии завершила свою работу «Школа звонарей». В концертном зале детской школы искусств состоялось вручение сертификатов юным мастерам колокольного звона. Эта учебная звонница была специально доставлена в детскую школу искусств, чтобы юные звонари продемонстрировали свои навыки. Педагогами в школе были гости епархии, звонари из Екатеринбурга. В течение недели ребята постигали азы управления таким непростым музыкальным инструментом, как звонница. Казалось, за такой короткий срок обучения не получится добиться хороших успехов. Однако результат проделанной работы удивительный. Учеников было много, все чему-то научились, приобрели опыт. На этом подготовка юных звонарей не окончена. Занятия с ними продолжит другой преподаватель Александр Дитковский, выпускник Тобольской духовной семинарии. Очень радостно то, что именно искусство колокольного звона нашло свое развитие в нашем городе. Вроде бы никто не думал и не гадал о том, что вот эта идея, которая зародилась у нашего уважаемого Фотия и Ура Языкевича, оно достигнет уже вот таких пределов. И на сегодняшний день мы уже сами учим людей с помощью, конечно, великолепных профессионалов, получаем результат.